Озвучено Яндекс Спичкит. Под Черкасами на работе насмерть замерзли двое мужчин. Под Черкасами на предприятии в селе Боровица произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом с двумя работниками. Мужчин обнаружили без признаков жизни на работе. Об этом 18 января передали в пресс-службе Управления Гоструда в Черкасской области. Сообщается, что сама трагедия случилась в воскресенье 16 января. Погибшие работали электриком и охранников на предприятии ООАПК «МАИС», деятельность которого связана с выращиванием зерновых и технических культур. По информации работодателя электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни, говорится в публикации. О таком происшествии в пресс-службе полиции Черкасской области сведений в настоящее время нет. Между тем разбираться в причинах и обстоятельствах трагического инцидента станет новосозданная комиссия. По поручению Государственной службы Украины по вопросам труда, управлением Гаструдавы, Черкасской области создана комиссия по специальному расследованию группового несчастного случая, отмечается в сообщении. Другие детали о происшествии и о самих жертвах не указываются. Напомним, что около двух лет назад похожая ситуация со смертью людей в холодильной камере произошла в Польше, где погибли два украинца 28 и 46 лет, которые работали на одном из складов в Садковице. Их тела были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов В, озвучено Яндекс Спич Кит. ноябре 2019 -го. мужчины оказались в бескислородной морозильной камере, которая представляет собой контролируемую анаэробную атмосферу, ведь зайти туда означает подвергнуть себя смертельной угрозе. Также мы писали о том, что в конце декабря в Мариуполе начали расследование в связи со смертью от холода мужчины, который незадолго до смерти ночью бежал совершенно без одежды, и его заметили патрульные, но не остановили и не вызвали скорую. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит.